Здравствуйте, друзья, с вами Рима, канал Кухни Рима Огород. Сегодня я хочу сделать шарлотку, яблочный пирог, так сказать. Ну, для этого нам понадобится вот непосредственно сами яблоки, стакан сахара, стакан муки. Мука у меня здесь стакан 300-граммовый. Потом понадобится 2 яйца. Я беру 2 яйца, потому что у меня яйца супергиганты. Если бы они были поменьше, я бы взяла 3 яйца. И вот у меня немножко осталось винограда. Мне его надо будет разрезать, потому что там внутри зернышки есть. И убрать эти зернышки. Еще нам понадобится чайная сода на кончике ножа, так скажем, чуть-чуть. Или разрыхлителя. Ну все, сейчас моя задача порезать яблоки и почистить виноград. Нарезала я яблоки, почистила виноград. И еще я вам забыла сказать, друзья, вот, про ванилин. Я положу сюда, хоть здесь этот ванилин я купила недавно в Светофоре. Хоть и здесь написано ванилин, но это ванильный сахар. Но у него такой невероятный аромат. Очень вкусный, вот прям напоминает вот этот вот немецкий ванилин, ванильный сахар. Его я положу 2 чайные ложки для насыщенного ванильного аромата, потому что запах ванили, вкус ванили я очень сильно люблю. Это я положу в тесто, когда буду взбивать яйца с сахаром. И вот эта пачка ванильного сахара весом 150 грамм стоит всего 35 рублей. Я была приятно удивлена. Так, в чашу, где я буду взбивать, положила 2 вот этих супер гигантских яйца. Добавляю стакан сахара и добавляю вот этот ванильный сахар тоже. Так вот, 1 чайная ложка. И 2 чайная ложка. Сейчас будем взбивать все это миксером. Друзья, забыл еще показать. Еще вот меньше половины чайной ложки соды. Взбиваем нашу яично-сахарную массу до хорошей пышности. Такая вот пушистая воздушная масса получается. Так, добавляю я сюда стакан муки. Стакан у меня 300-граммовый. Вот. И начинаем взбивать тоже. Получилось у нас тесто вот такой вот консистенции. Сейчас я это тесто выложу к нашим яблокам и перемешаю. Соединю как бы яблоки с этим тестом. Наши яблоки достаточно равномерно обволокло вот это вот тесто. Наше бисквитное, так скажем. Сейчас я выложу вот эту массу на сковородку. Духовка у меня уже разогрета. Сковородку я равномерно смажу растительным маслом. Сковородку смазала. Сейчас буду выкладывать сюда вот этот вот яблоко с тестом. Распределила я эту массу по сковородке. В процессе запекания тесто будет как бы оседать вниз сковородки, обволакивая все яблоки. Ну, ставим запекаться.
Вот такой румяный пирог яблочный, шарлотка у меня получился. Сейчас он подостынет немножко, мы его разрежем и посмотрим, как же он там пропекся внутри. Ну вот, друзья, такой наш получился пирог. Сочный, сладкий, с запахом ванили. Я шарлотку делаю невысокую. Вот такого вот размера. Ну и, конечно же, заварка с молоком. Мой любимый чай. В этот раз я заварила еще с добавлением душицы. Такой вот пирог. Ну вот, друзья, мне приятного аппетита, приятного чаепития, а вам всем здоровья и удачи. Пока-пока.